56-4. Вылетаем через 10 секунд. Вас поняла. Мы попали. Вас поняла. У нас здесь гранатометы. Чёрт, не попали. Вижу цель. 5 секунд. Ждать разрешения. Скажите, пожалуйста, пошли, пошли! Пошли! Вперёд! Второй отряд! Со мной к зданию! Вперед! Занять блокирующие позиции! Он нужное здание! Входим через левую дверь! На позиции! Занять позицию. Говорит Красный Волк. В здании чисто. Аль-Асада нет. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Всем быть начеку. Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции в полкилометре отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед. Yeah.
у неприятеля! К востоку!
Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично! Занять позицию на прорыв. Come on!
Все чисто! Наверх! Алясад должен быть на втором этаже! Алясада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть начеку. Кажется, он здесь. Я его слышу. Выполнять! Чисто! Чисто! В комнате чисто. Его здесь нет. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Крикс, выключи ты это дерьмо. Вас понял. У меня все равно есть кое-что получше. Говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Алясада нет. Передача шла в записи. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушайте меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход. Сегодня после ожесточенного боя силы морской пехоты США ворвались в город, где Алясад занял оборонительную позицию. В столице ведутся ожесточенные бои. Ночное небо озаряется зенитными ракетами и заревом пожаров. Колонна тяжелой техники начала огромную. Повторяю координаты. 527619. Прием. Вас понял, прием. Б-6. В болоте застрял Абрамс. Позывной Кабан. Лейтенант Васкис, берите дробовик. Прием. Вас понял. Группа ВИП в пути. Пусть Кабан ждет, мы уже приближаемся. Конец связи.